Постоянно снятся плохие сны? Не высыпаешься? Так дальше жить нельзя. Сегодня в программе «Интересное О» мы узнаем о ловце снов, его невероятной способности. Начнем, пожалуй, с вопроса, а что же такое ловец снов? Ловец снов – это индийский талисман, защищающий спящего от злых духов. Плохие сны запутываются в паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отверстия в середине, таким образом защищая спящего от злых духов. Интересно, но как же люди придумали брать палку, обматывать ее ниткой, создавая видимость паутины, так еще и прикреплять перо птицы? Древняя легенда гласит, что старейшина индийского народа взошел на гору, где у него было видение, в котором явился ему учитель мудрости в обличии паука. Пока они разговаривали, паук согнул ветвь старой ивы в кольцо, украсив его пером птицы, стал плести внутри кольца паутину. Он говорил о том, что ивовый круг символизирует круг жизни человека. Младенец рождается, вырастает, вступает во взрослую жизнь. Потом он начинает стареть и берет ответственность о новых младенцах. Так круг замыкается. Говоря это, паук плел свою паутину, и только в ее центре оставалось отверстие. Ну что же, так давайте сделаем ловца снов и убедимся в его чудодейственных способностях. А мы вручаем вам этого ловца снов. Спите спокойно. А с вами была Алена. До новых встреч. Еще свидимся.